И всем привет, дорогие друзья! Это у нас игра Ark Survival Evolved. Мы давно не писали, кстати, эту игру, но очень много за все это вот время произошло. А именно, во-первых, то есть самое такое главное событие — это нас зарейдили. Очень серьезно зарейдили. Я просто давно не заходил в игру, но вот пришлось все-таки зайти. Жаль, меня не было, кстати, во время рейда, но рейдил нас Shimoro Show, то есть вся компания Shimoro Show. И дело в том, что у нас оказалось, то есть не оказалось вообще ни одного животного, всех животных убили. Что там у нас было? Вроде птички были, птера были, бронто, тирекс. У нас были и турельки эти вот, биологические, или как их называют. Все, короче, у нас было, но, к сожалению, сейчас у нас всего этого нет. У нас есть только наша база, которая маленько поломана, и надо ее как-то отремонтировать. А сейчас у меня цель другая. Я хочу... Притомить птера, птичку или птера. Но, скорее всего, я притомлю птера, потому что это легче всего делается. Кстати, вот птеродондон, 116 левел. Не знаю, получится у меня ли это или нет, но попробовать стоит. Но для этого, я думаю... А это куда пошли? А они что, плывут? Хо, кстати, ребятки, смотрите, Додо плывут. Нормальненько так, нормальненько так. Сейчас попробуем, выпьем маленько водички. И подумаю хорошенько, как же этого птеродондона... Как его так грамотно не завалить... Ой, там еще крокодил был. Вот это вот плохо. Вот здесь у нас... Твою же мать, крокодильчик. Птера, убегай оттуда. Быстро, быстро, быстро. Ты мне нужен, очень-очень нужен. Так, птеродондон бежит. Летит, то есть, в нашу сторону. Ну, плюс-минус в нашу. Так, тут у нас другой, 64-го левела. А тут у нас 104-го. В принципе, все они нас устраивают. Так что можно... начать охоту. Давайте посмотрим и начнем все-таки с этого, который левелом повыше, да? Да, конечно же, очень обидно и печально, что нас, что наши отношения с Shimoro Show как бы маленько пострадали, потому что это все вышло из-за недоразумения. Там у нас кто-то был, у нас в трайбе, когда, не знаю, новички, наверное, или кто, когда к нам Shimoro Show подлетели и сказали, давайте нам дань. И они сказали, что за дань, типа мы дань давать не будем и так далее. Наверное, все-таки они этого не знали. Типа, как бы, какие тут правила на сервере. Но все-таки, я думаю, это у нас все... пройдет, обида пройдет, и будем мирно дальше, как и раньше, выживать на этом вот сервере. Так, ты садиться будешь или не будешь, птера? Так, он садиться как бы не хочет, вообще не хочет, непонятно почему. Но надо нам... Дождик, дождик — это хорошо, это всегда... Додо, ты мне мешаешь. Я тут... Вообще-то, Додо, я тут это вот, программку веду на YouTube, а ты мне тут вообще как бы шумишь в ухо и очень серьезно мешаешь. Так, птера, 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 где? Левелок. Чё у него заловил за левелок? 104-й тут у нас, а 116-й у нас вот здесь. Так, садиться он пока не собирается, но сейчас посмотрим, подождем, может... быть и сядет. Секундочку. Но, допустим... Что тут у нас случилось? Так, дальше, дальше, дальше. Что тут у нас есть? Это один птера. Там у нас еще один птера 64-го.
А где наш 116-й? 116-й у нас летает где-то здесь. Вот он, 116-й. Я тебя хочу притомить, маленький. Садись ты, ёлки-палки, сколько можно летать-то? Вот так вот, молодец. Нет, не хочет. Подождите, так, сейчас приготовимся. А с кем там бьется-то Бронта? Блин, опять взлетел. Твою же мать. И сел, конечно же, на вышку. Молодец. Вообще молодец, да? Че, садится, да? Сел. Давайте ради интереса посмотрим, получится ли у нас его оттуда забрать. Сейчас откроем тут, присядем тут и пошли дальше. Так, быстренько. Забираемся наверх. Это у нас тоже наша база, маленькая такая. Ну, не база, а тут мы, в принципе, храним животных. Но это не помогло. Во время рейда это все было впустую. Так, давай, Птера, ты мой. Твою мать, нет, 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 нет. Есть, попал. Еще раз, давай, 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 не лети. Нет, быстро, не надо, не надо. Ай-яй-яй, мимо, мимо, промазал. Возвращаться не будет. Че, прям не будет прямо? Твою же мать, Птера, Птера, я только потратил на тебя драгоценные наркострелы. Ай-яй-яй-яй-яй. А птеродактиль наш улетел. Так, найдем, значит, другого. Я думал, он здесь у нас забаговался, но нет. Он у нас хитрый, ребятки. Так, тут у нас маленький дельфинчик, смотрю, дохлый. Сейчас мы ему поможем. Мясца с него нарубим. А вот, кстати, наш Птера, 100% это наш Птера, ребятки. Так что, Додо, извиняюсь, но тебе придется погибнуть ради... Ради вот этого. Ради вот такого вот... птенчика. Так, птенчик, ты давай садись, садись. Ты долго не летает, тебе вредно. Главное, не упади в воду, когда я тебя усыплю. Он как-то нехорошо, он там летает. Нам надо, чтобы он приземлился не на воду, а прямо вот на побережье. Давай, давай, садись, садись. Так, Птера почти что сел. Че, садиться не будешь? Прям так и не будешь. Ну давайте поплывем мы туда. Я уверен, что он захочет все-таки на этот вот островок сесть. Так что быстренько, быстренько, так, чтобы он нас не заметил. Так, давай, давай, я тебе даже место освобожу. Я вот так вот отойду. И давай. Лети ко мне, малыш. Лети, лети. Нет, в воду тебе не надо лететь. Все, 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 все. Я тебя трогать не буду. Да, уходит, уходит. Так, вот он летает над нами, уже в другое направление полетел. Но что-то у нас сейчас получится. Так, не попал? Попал, есть. Дальше арбалетик. Вряд ли, вряд ли. Да, все-таки вряд ли, он далеко, очень далеко. И опять мы его потеряли. Падать не собирается, давайте к нему поплывем в его направлении. Дело в том, что я надеюсь просто, что у него все-таки как-то торпор падает. Две стрелы в него. Ой, это кто? Это не он? Нет, это 20-й. Какой-то левел. Но мясо нам нужно, так что иди сюда. Вот так, на мясо. А дальше ищем нашего 116-го. Смотрим. Не то. Дальше, кто там у нас? Тихо. Вот он. Вот это наш 116-й. Не знаю, есть у нас шансы или нет, но я попробую достать его. Так, садится вроде, да? Сейчас мы поближе подойдем. Главное не упустить его. Садись, садись. А вот тебя там съедят, елки-палки. Улетай оттуда. Улетай. Улетел вроде, да?
Так, смотрим. Птера. Ты где? Это другой, подождите, это другой птера. Так, сейчас, секундочку, посмотрим. Вдруг он как-то упал, и его там уже едят. То, что вряд ли, в принципе, но мало ли. Давайте посмотрим. Там, наверное, другой, надеюсь. Тут нашего нет. Надеюсь, его там не бьют. Очень. Ой. Ну да, ну да, ну да. Давай, иди сюда, маленький. Иди, 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 иди. Давай. Бей меня, ешь меня. Я очень вкусный, я очень вкусный. Но я думаю, ты еще вкуснее. Есть контакт. А, что там, какой-то там... Какой-то там хиляк. Что там, птера, да? Ой, там у нас птера. Птера, 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 птера. Пять, нет, пять. Где птера? Где он? Где он? Нет, там раптор. Твою ж мать. Там у нас раптор, ребятки. Птера-то где? Ёлки-палки. А там у нас спинозавр, который... Который хочет всех съесть и полакомиться вообще всем подряд, да? Так, кто летает? Короче, ну, пусть летает от птера. Так, сейчас, секундочку. Что у нас тут в инвентаре есть? А в инвентаре у нас ничего такого хорошего. Вот это вот у нас хорошее. И все. А ты, маленький, пойдешь у нас на мясо. Давай, на мясо тебя. Так, нашего птера 116-го уже, кстати, уже что-то там я вижу. Вот так, аккуратно. Нет, это 104-й, но тоже как бы пойдет. Но там, там этот, блин, спинозавр. Там спинозавр очень-очень опасный. Я с ним связываться как бы не хочу. Убить его у меня шансов 0. Так что найдем другого птера. Смотрим на этого. 64-й. Маловат, но можно попробовать. Так, там у нас вдалеке был птеродактиль или птеродондон. Там маленький вот такой вот дилдо еще есть. Но с дилдо мы справимся, ребята, так что плывем. А, там их даже три. Три штуки дилдо. Сейчас мы с ними сейчас расправимся. Так, дилдо, идите сюда, я готов. В принципе... Вроде бы как. На мясо вас, быстро, иди сюда. Плеваться только не надо. Я тоже могу сильно бить. Вот так, вот так, вот так. Один есть, второй есть. И сейчас и третий будет. Есть контакт, все. Нет, дилда, птера. Птера, не улетай, жди меня. Сейчас я хоть глазком посмотрю. Ой, 12-й левел. Ой, какой маленький. Очень маленький. Вообще-то, так как у нас других птера нет, то есть других птиц вообще нет, этот как бы сойдет, я думаю. Я думаю, этот сойдет. Но главное, как бы, как его поймать так, чтобы он заснул. Это у нас самый такой серьезный вопрос. Так, он у нас сел. Он у нас тут маленько сел, да? Вот так сделаем. Нет, не бежи, подожди. Вот так вот. О, так быстро! Один удар. А, я что-то его убил, наверное. Я его, наверное, убил. Да. Увы. Мы его убили. Одна стрела и все. Как-то слабовато. Слабоват птера. Очень слабоват. Так, идем дальше. Ищем. Так, смотрю я там вдаль и вижу вот этого вот маленького 64-го. Так, куда ты летишь, елки-палки? Садись ты. Чё, не устал, что ли? Так, деревья мешают. А 64-го левела птера вижу. Садись давай. Садись, убивать буду. То есть усыплять буду, усыплять. Не боись. Чё-то мне кажется, он так утонет. 100% ты утонешь. Тупица, выходи оттуда. А утонет ли или нет? Мне интересно. Тратить на него стрелы? Нет, не тратить. Ой, пиранья.
Пиранья, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я хороший. И невкусный, кстати, совсем невкусный. Птеродактиль, то есть птеранодон. О, птеранодон, все-таки его зовут, это у нас птеранодон. А ты иди сюда. Пиранья, тебя приручать нельзя, так что сделаем вот так, на мясо тебя. Все, ждем нашего птеранодона, может как-то очухается. Так, хрен с ним, пробуем, потому что, смотрю, он вообще не собирается никуда улетать. Но я хочу ради интереса узнать, можно ли тянуть его оттуда, вытаскивать, когда он у нас будет... О, там еще один. Так, стрела. Наша стрела ушла. Когда он будет спать? Мне вот это вот интересно. Можно ли будет его тащить? Я просто этого не помню. Так, что у нас лагает? Так, это у нас что? Это у нас... 36-й, 8-й тоже пойдет. Тоже пойдет, но как-то что-то у нас этого маленько не получается, ребятки. Ждем, может быть, поближе подойдет. Подлетит. И давайте скрафтим еще маленько. Так, наркоты у нас вроде бы пока есть. Давайте сделаем пару стрел еще. Вот так, вот так, вот так. Сколько так? Сделаем мы, что было 10. Вот так. Все, 10 штук у нас есть. Значит, можно и дальше пробовать. Так, никто у нас тут ли не летает? Блин, как-то они довольно трудно умирают. О, крокодильчик. Давайте же завалим. Крокодилиус, или тебя уже все? О, 44-й левел, и тебя завалило тортилья 108-го. Отлично. Ребятки, смотрите, крокодил убит черепахой. Кто бы подумал. Крокодильчик, на мясо. На мясо, сколько же мяса я с тебя возьму? 10, мало. Мало. Очень мало. 22 хайда, то есть кожи как бы пойдет. А вот с мясцом маловато. Так, идем дальше. Так, смотрим, ищем жертву. Там у нас этот опять в воду упал. Так, вот у нас маленький. Делаем вот так. И может как-то есть. Отлично, мы его усыпили. 64-й левел, дамы и господа. Ребятки, вот у нас есть. Так, кто нас хочет бить? Кто? Где? Нельзя. Нас бить нельзя. Мы хорошие. Мы просто приручаем. Мы никого не убиваем. Кстати, стрелки у нас прямо такого же цвета, как этот птеродондон. То есть птеронадон. Так, ну чё? Что у него тут есть? У него тут ничего пока есть. Я ему наркоты много давать не буду. Я ему кусочек дам. Один маленький. Ага, вот так вот можно сделать. Я один маленький кусочек, даже два пусть будет. А остальное я оставлю себе. Мало ли кто-то придет и его убьет. Вот это вот будет печально. Так что ждем. Есть такая тактика. Так, уйди отсюда, уйди отсюда. Да, в принципе, что уйди отсюда? Иди сюда. Я тебя сейчас съем. Я тебя сейчас съем, съем, съем. И вот так вот. Вот так вот мы едим вот этих паразавров. Я хотел одного притомить, но как-то у меня не получилось. И вот пришлось вот так вот убивать. Так. Есть такая тактика. Томить любого животного, чтобы это быстрее было, то есть чтобы быстрее у вас это получилось и не терять много времени. Надо подождать, пока вот так, food, где написано food, где еда. Надо подождать, чтобы он полностью проголодался, чтобы там было ноль. Это будет в принципе долго, но как бы это окупается, так вроде бы я знаю. Так, когда он проголодается полностью, где написано food будет 0, вот только тогда его кормить, что там это вот, мясом там или ягодками, зависит, кого вы там тамите. А в это время надо его пихать только наркоту или наркобери. То есть, главное, чтобы он не вставал. А кормить его едой надо строго только, когда этот вот... желудок
опустеет полностью. Но, как я уже сказал, это будет очень-очень долго. Так что посмотрим, сработает ли эта тактика или нет. Чтобы его быстренько кто-то не убил, а у меня есть такой нюанс, как бы можно построить тут у нас такой заборчик. Хотя бы тачевый заборчик. То есть не хотя бы, а в принципе пока тратиться на деревянный там или что-то типа этого не будем. Так что построим тачевый забор. Строго тачевый забор. Но для этого нам нужен файбер. А чего у меня вроде бы как бы было. Да, файбер есть, собирать значит не буду. Значит, собираем только тач. Собираем тач. У нас, кстати, сейчас... Ну, у нас уже темно будет. Вот это вот херово. Очень плохо. Так, подходим. Главное, чтобы его там никто не бил. Так, вроде бы там поблизости никого нет. И смотрим, что же можно сделать у нас в крафте. Так, строительство я тут сделал. Так, кое-что. Фундамент. А, деревянный фундамент. Да не, деревянный фундамент нам не нужен. Я извиняюсь, но как-то это будет... Как-то это будет дорого слишком. Очень дорого. Маленько подождите. Так, стоун фундамент. Давайте посмотрим, у нас обычный тачевый фундамент нет? Или вообще такого нет? Тачевый фундамент. Тач фундамент. Фундамент. Так, сейчас я его найду и покажу. Ну да, как бы тачевый фундамент-то он есть у нас, но он обычный как бы для дома. Тач 20, wood 6, fiber 15. А есть у нас что-то подешевле. Вот этот вот фундамент для дерева, то есть для забора. Вот для этого нам нужно будет побольше. Побольше, я думаю, дерева. Так что давайте нарубим дровишек. Дровишки нам нужны сейчас. И сейчас мы все это быстренько построим. Пока еще не темно. Но, так, смотрим. Делаем так, 4 штуки, я думаю. Так, craftables. Вот так. Вот, как раз на 4 штуки хватит. Факел. Строго нужен факел туда кинуть. Где у нас тут факелок есть? Давай те отремонтируем его. Но как-то у нас флинта не хватает, ребятки. Камень, камень. Строго нужен камень. Камень. Где камень? Вот камень. Давай, беги, 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 беги. Вот так. Нам нужен флинт. Флинт, флинт. Нет, не камень. Нам нужен флинт. Вот еще один флинт нужен. Нет, еще одного флинта нам не дали, да? Ну, давайте. Ремонтом займемся. И... Давай, 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 крафтись быстренько. Вот так, вот так. Факел. Но что-то нам уже тяжело уже ходить. Это плохо. Это, конечно же, печально. Так. И камень. То есть не камень, этот... вот эту вот хрень. Я брошу вот сюда. Что был свет. Так, дальше. Фундаменты. Не фундаменты, а давайте сделаем вот эти вот... вот эти вот заборчики. Так, фундамент у нас есть 4. Сделаем и 4 вот этих вот заборчика, да? Значит, уже можно взять вот эти вот фундаменты деревянные наши. Ставим его прямо вот сюда. Блин, нам тяжело ходить даже. Ребятки, нам тяжело даже перемещаться. Давай, давай, давай. А что, не работает? А, есть. Есть, все у нас работает. Так, раз сюда. И сразу же, думаю, можно поставить этот заборчик. Заборчик мы поставим вот тут. Так, на 9, да? Так, есть. Есть. Еще раз. Еще один фундамент. Вот так вот. И сразу же заборчик. Потом еще один фундамент. А, как у нас ставится это вот? Это вот хрень у нас как-то... Как-то неровно ставится, нехорошо ставится. Так что придется вот так вот вручную. Даже вот так поближе. Вот так вот. И сразу же вот этот вот заборчик. И еще один фундамент поставим. Аккуратненько. Крыло не задеть. Вот так вот. Так, секунду. Так, не так. А вот таким вот образом. Так, и придется нам еще нарубить...
маленько дров и всего, чего там нам еще нужно. Так, сделаем быстренько костерчик, потому что нам очень надо кушать. Так, Додо, Додо, ты у меня будешь в качестве мяса. У, аж два Додо. Я слышу аж два Додо. Так, костерчик, быстренько костерчик крафтим. А, дерево, в принципе, есть, мясо есть, и сейчас мы маленько и покушаем. Так, аккуратненько. Это у нас прям будет такой... так, главное тебя не спалить. Куда мне этот костер ставить? Давайте, давайте вот... Вот тут. Вот тут и поставим. И дровишки сюда накидаем. И мясца тоже накидаем. И гори огонь. Гори огонь, огонек. Будет у нас и мясцо. Да тихо ты, не ворчи. Нормально будет. Нормально, пока с голоду не помрем. Это у нас, думаю, в варке не проблема, потому что мясо тут дохерища. Вообще дохрена мяса. Так что это не проблема. Так, у него падает очень медленно. Вот это вот желудок у него опустошается совсем медленно. Так что не знаю, стоит вообще это ли делать или нет. Пока не знаю, так что подумаем. Так, еда у нас уже есть. Давайте возьмем и покушаем. Тут уже пускай жарится дальше. А мы сделаем вот так вот. Ням-ням. Вкуснятища-то. Вкусно. Все очень вкусно. Кстати, у нас вот сейчас уже рассвет. Рассвет, солнышко где-то как-то появится. Так, Додо. Ты мне не мешай. Где Додо? Покажись. А, заборчик. Я забыл. Давайте заборчик делать. Надо все это вот сделать вовремя, пока никто к нам не пришел. То есть животные. Животные очень коварные. Они могут прийти и сожрать и нашего этого маленького, и нас. Так что все это надо огородить красивенько и аккуратненько. Так, секундочку. Что нам еще-то надо было? Для забора нам надо было... так, две штуки. Нам нужен еще... wood. Дерево. Строго. Дерево. Ищем. Ищем. Большое дерево, в принципе, не хотел рубить, но придется. Иди сюда. Иди сюда. Так, дерево есть. Крафтим. Деревяшки. Так вот, так вот. А, фундамент. Ёлки-палки, я забыл. Вообще забыл про фундамент. Так, дерево мне еще надо. Еще дерево. Давай, давай. Что, перевес, что ли? Давай быстрее. Нет, не перевес. Это у нас во время крафта вот такая вот хрень. Очень-очень медленно все у нас двигается. То есть сам персонаж тормозит жестко. Так, еще одна пальмочка у нас тут. И у нас уже перевес. Это нормально. Потому что мы занимаемся стройкой. Так, два фундамента. Сейчас мы маленько подойдем поближе к этому. Поближе к этому... к нашему строению. И попробуем залепить сюда быстренько этот вот фундамент, да? Фундамент. Так, нет, не то. Аккуратненько. Фундамент ставим здесь. И стенки вот здесь. Конечно же, можно было все это вот сделать из дерева, конечно. Но что ж поделаешь. Вот такие вот у нас, ребятки, дела. После, конечно же, после этого... Ой, как его? После рейда Шимору Шоу у нас вот такие вот проблемы. То есть ничего такого нет у нас, животных нет. И это вся у нас сейчас у всех вот такая вот у нас проблема. Очень херово. Но что ж поделаешь. Получилось так у них. Получилось у нас такое недоразумение. Но думаю, все это будет в прошлом через... пару, не знаю, пару дней, наверное. Выйдем мы, разберемся. Ситуация будет, наверное, получше. Мы как были мирными этими игроками, мирный трайб, так и будем продолжать. Потому что иначе тут никак. Все платят Шимору, значит, надо платить Шимору. Ничего такого в этом нет. Так, стенка. Вот так вот. Вроде бы так, да? Так, что там? Ой, он чуть-чуть еще маленько и проснется. Так, давайте мы его закачаем вот так вот. Remote use item. Так, пускай он покушает
маленько наркоты. Так. Да, хрен его знает, насколько нам хватит всего этого. То есть наркота нам хватит или нет? Вот это вот вопрос, кстати. Вот это вот довольно такой серьезный вопрос. И что-то мне кажется, я много ему наркоты дал. Такое ощущение, что я ему что-то как-то дохрена дал. Но ничего, ничего страшного. Так, дальше фундамент. Так, для фундамента нам нужно дерево, да? Сейчас добудем дерево, будет у нас и дерево, будет все. Так, три фундамента же сделали, ребятки. Три фундамента у нас есть. Аккуратненько. Так, на 9 нажимаем. Вот у нас один фундамент. Вот у нас второй фундамент. И где-то у нас будет третий фундамент. Так, секундочку. Как-то его сделать грамотно. Так, или вот так. Я думаю, вот так вот. Вот так, отлично. И здесь у нас нужна будет уже другая стенка. Так, это вот у нас есть. Дальше, что еще дальше делать? Дальше нам нужна другая стенка. Так, строительство. Нам нужен проем. Так, дерево. Иди сюда. Дерево. Вот у нас и элементы строительства появились в нашем видео. Так, секундочку. Вот, есть, нашел. А, и дверь, давайте сразу сделаем дверь. Так, дверь у нас на очереди крафтится. Это мы ставим сюда. И дверку, иди сюда, вот. Так вот. Так, ставим дверной проем. И ставим дверь. Все. У нас полноценный такой шалаш для этого большого птера. Так, наркоты у него вроде бы как достаточно. Но мне все-таки кажется, что наркоты не хватит. Так что даже не знаю. Придется нам все-таки еще добыть наркоты. Так, наркобери. Строго. Так, есть у нас еще вот такой вот... Тихо. Кто там у нас? Есть такой у нас нюанс тут, кстати, ребятки. Я сделал там фундамент для того, чтобы... Так, мне нужен камень. Для того, чтобы сделать ступку. Вроде бы ступка называется, да? А для этого мне нужен камень. Мы найдем просто здесь на месте наркобери. Найдем наркобери и сразу же скрафтим это наркотики. Сразу же скрафтим наркоту. Так, еще где-то 10 или даже больше камней, да? Давайте подойдем поближе к камню, а то что-то мне тяжело их таскать. Давай, камушек, добывайся. Ой, что-то быстро, мне еще камень нужен. Тяжело двигаться, очень тяжело. Давай. Вот так вот. Птичка, жди. Жди нас. Вот так вот. Есть камень у нас уже есть. Достаточно. Мы идем вот на тот фундамент, который я поставил, потому что ступка ставится только на фундамент. Так, вот наша ступка. Здесь она. Берем нашу ступку. И ставим ее... Тихо. Не так сильно прыгай. Вот так вот, подальше. Все, ступка есть. Я тут могу складывать как минимум камень, дерево даже. Все, что как бы мне нужно. Ящик даже мне не нужно тут ставить, потому что здесь у нас есть ступка. Так, я надеюсь, ты это вот агриться не будешь на нас, потому что мы тут в твоих... что не открывается? В твоих владениях построили вот такую вот хибарку. Так, что у нас тут с этим, с птеродоном, птеранодоном? Так, птера, ты голодать не хочешь? Что-то как-то довольно медленно все это вот идет. Но ничего, я дождусь.
Так. Главное, чтобы мы не агрили этого макаку. Это самое главное. Так, ступка есть. Мясо. Мясо. Нужно еще добыть еще мясо. Не забыть про мясо, кстати. И мне нужно еще испорченное мясо, да? Давайте сделаем вот так, вот так, вот так вот и вот так. Я думаю, вот это вот мясо испортится, а я пойду. Нет, я не пойду. Сейчас, секундочку. Пойдем еще накормим нашего голодного птера наркотой. Так, наркота у нас пока это все. Кстати, пока еще есть. Так, 5 штук. Нет, 5 это будет много. Давайте сделаем так, так и вот так. Одно оставим себе. И можно спокойно идти добывать наши какие-то там другие ресурсы. Так, флинт мне не нужен, тач мне не нужен. Все оставим здесь. Это вообще дропаю. Мясо, 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 мясо. Пусть так оно и будет. Так, вот так вот. И вот так вот, да? Что еще тут бросить? Бросаем тут это вот и бросаем тут хайд. Так, хайд бросил. Это можно съесть. И файбер тоже бросаю, чтобы мне было легче ходить и бегать. Так, мясо. Пойдем за мясом. Так, надо добыть мясо для нашего птера, как его там? Птеранодона, да? Птеранодона. Все. Где у нас мясо? Сейчас найдем. Так, вот у нас страйк. Что у нас по броне? Броня у нас вроде бы пока целая. Давайте подойдем прям в задницу. И начнем его бить. Начинаем. О, он очень сильно дамажится, но мы тоже можем. Мы тоже это можем. Так, тихо, умирай. Я знаю, сейчас он нам сломает все тут. Ничего страшного. You killed the trike. Ууу, что-то у нас вылетело. Игрушка, это плохо. Так, все у нас тут восстановилось. Че я так устал, я не понял. Оу, я очень-очень серьезно, что-то непонятно почему. Но мой персонажик вообще дышит, как будто он сейчас пробежал 100 километров без передышки. Ты давай это вот. Просыпайся. Там птер тебя ждет. Ёлки-палки. Разлегся с копьем тут в кожаной броне. Как бомж прямо хожу. Просыпаться я это вот буду или нет? Подъем. Да неужели? Мясцо ждет. Где мясцо? Тут у нас мясцо. Давай рубить мясцо. Так, мясо мало, но все-таки мясо, да? Давайте посмотрим, что у нас с этим, с нашим птером. Мало ли. Надо все это вот смотреть. Давайте нарубим еще маленько тача. Вот так вот нарубим. Пусть тач будет. Тач нам нужен. Так, деревяшки, деревяшки. Иди сюда, деревце. Вот так вот сделаем. Мало, но все-таки их кое-что есть. Так, что-то я не вижу нашего этого бункера. Так, бункерок, ты где? Здесь наш бункерок, все нормально. Тихо-тихо, я его агрить не буду. Не буду, они злобные и вредные макаки. И, кстати, довольно сильные. Так, что у нас тут? Птер, все нормально? Все нормально, отлично, молодец. Птер у нас справляется шикарно. А я сделаю... Так, факел, давайте. Что тут для ремонта нужен? Флинт и всякая хрень, да? Так, флинт тут у нас был. Это вот было. Вот сейчас что нужно? Сейчас нужен камень. Так, камень, ремонт здесь. И ремонт здесь. Факел нам нужен? По-любому нужен. Так что это мы все ремонтируем. И крафтить можно, кстати. Кстати, можно крафтить. Ничего. Файбер нету. Файбер у нас есть. С файбером вообще проблем нет. Вот так вот. 3 штуки. Давайте скрафтим 3 штуки. Посмотрим, что у нас получится вообще. Так, давайте сразу я поставлю быстрый слот. А где наша дверь? Ага, вот она. Так, 6. Кто тут ходит?
Никого пока нет. Давайте закрою вот здесь. Как-то мы неправильно сделали, но что-то как-то пойдет по-любому. Где? Где? Макака ходит. Темно уже. Уже темно. Поэтому нужно вот так, вот так. И зажечь один факелок. Так, факелок, иди сюда. Вот так вот. Так, тут у нас есть факелок. Сделаем вот так вот. И оставим факел здесь. Один. Сюда зайдем, потому что у нас тут будет вроде бы что-то еще видно или нет. Так, чтобы было видно, возьмем второй факел в руки. Вот так вот. И сейчас у нас видно. Так, что у тебя там по еде? 1600. Даже половина не упала, даже половина. Короче, совсем не хочешь ты кушать. Подождем еще маленько, подождем. Так, ну что ж, давайте возьмем маленько еды. Так, что-то тут кто-то оставил все открытым, не знаю почему, это плохо, плохо. Так, что у нас тут за еда есть? Тут у нас есть мясцо, но этого будет очень много. Так что давайте оставим и нашим друзьям тоже, а то как бы все себе брать это нехорошо. Так. Дверцы закроем, потому что мы двери закрываем всегда. Так, кто-то у нас тут стоит. Тут у нас Тим. Посмотрим, что у нас тут Тим имеет. Тим у нас... Что он там имеет? Да ничего такого он не имеет. Как бы, так сказать, бомж. Реально, как бомж. Так. Алекс. О, у Алекса броня хорошая. Сделал себе броню и все инструменты для работы. Плюс вот это вот... Пика, это вот кирка, топор, все у него там есть. Доткумру, наш лидер трайба. А лидер трайба вообще, так сказать, броня ему, я смотрю, вообще не нужна. Он у нас работает, работает и работает. То есть, как бы, как я уже говорил, у нас очень мирный трайб. Вот только есть ребята, которые вот он занимается, допустим, наверное, он занимается... броней и так далее, вещами, короче. Вот он себе сделал броню. Сделал мне, вот посмотрим, что у меня есть. Сделал мне броню. И что там еще? И, наверное, он сказал, что была броня вот здесь, в столе. Давайте же мы тогда оденем нашего нашего лидера трайба. Ой, чё-то я путаю. Я все, короче, путаю. Я себя раздеваю, чтобы одеть лидера трайба. Нет, я хотел по-другому. Так, хотел сначала зайти в этот стол, а в столе у нас ничего такого нет. Но сказали, что должен быть еще один сет брони. Ну, раз нет, тогда вот Dotcom.ru придется нашему лидеру вот ходить в таких вот шмотках. А тем временем... у нас... Что у нас тем временем? Нам сказали... Так, секундочку. Все-таки притомили этого... Как его? Ну да, колокайта. А это он так называется? Дойдикурус, да? Да, да. А что, как-то не назвали по-другому? Ну, не знаю, это Dotcom томил. Он да. Как-то хотел назвать его, но что-то передумал, то ли что, не знаю. Да пофиг, назови его как-нибудь и все. Так, тем временем, что же я хотел сказать? Тем временем у нас вот такая вот хрень. Мне сообщили, что моего этого... Додо, привет. Так, мне сообщили, что моего этого Птера... Убили. Сейчас мы посмотрим и... Ну, даже не знаю, наверное, лучше оставлю так, как есть. А то вдруг опять Анжела зайдет, начнет обижаться. Вот, сами затомили, сами назвали. А, ну да-да-да, Анжела у нас такая. Кстати, Анжела говорила, что ей 18 лет. Представляешь? Нифига себе. Да нет, верить как-то неохотно. Так.
Дальше, да, вот у нас есть девочка. Но обиды у нее явно там где-то на 14 такие. Да, 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 16, наверное, еще много. Ну да. Так, что я хотел сказать. Так, убили нашего этого, как его, Птера, о, да. Нашего Птера убили, так что мы сейчас пойдем и посмотрим, что же там случилось. Но, все-таки я вам скажу так. Я посчитал по-любому, что невыгодно томить таким образом, как я томил. Почему? Объясню почему. Невыгодно это только потому, что мы там, что делали мы? Ждали, пока он опустошит свой желудок и скажет: дайте мне поесть. Так, давайте мы сами сейчас, чтобы не сдохнуть, выпьем водички. И типа, пока он скажет: дайте мне поесть, потом можно было бы как бы его кормить, и он очень быстро набирает всю еду в свой желудок. И шкала, где написано food с правой части угла, да, это вот шкала наполняется очень быстро едой, и тайминг тем временем очень быстро поднимается. Так, давайте. А, что такое? Что? Ага, подвисло маленько. Так, и тем временем шкала этого поднимается. Давайте мы вот этих вот... тихо, попал по мне, да, попал. Так, одного я убрал. И сейчас уберем и второго. И второго тоже убрали. Отлично. Но это все-таки невыгодно, потому что если еда, шкала еды у нашего животного, у любого животного очень-очень большая, то есть там 3000 еды, 2500, то это очень медленно падает. Ну, по крайней мере, не знаю на других животных как, а на птера так и было. Эта шкала очень медленно падает. Мы его... Очень жаль, конечно, что его потеряли. Сейчас посмотрим, что тут у нас такое. Сказали, что... Крокодил. Как сюда крокодил пробрался, хрен его знает. Как он его съел, без понятия. Может быть, для того, потому что, как бы, не знаю, не закрыто тут до конца все. Дверь, может быть, была открыта. Ну и плюс к этому не забываем, что, чтобы животные не дамажились через стенки, само здание должно быть герметично закрыто. То есть, крыша должна быть и стенки должны быть нормально, как бы, прикреплены. Как бы герметично, да. И плюс к этому у нас нет даже крыши. И вот смотрите, что у нас тут за хрень присутствует. Ну неважно. 3 часа, почти 4, сколько там уже говорил. Вдвоем мне помогали уже после этого. Помогали и помогал и Бублик. Но все-таки Птер умер. Хрен с ним, короче. Так вот, представьте себе, 68-й левел, какой там он был, томился столько времени, и еще мы его не притомили. Короче, это невыгодно. Самый выгодный способ томить животного, это все-таки с кашкой. А для птера нужна кашка из яиц додо, вроде бы, морковки, из мяса, и там еще, что-то там еще надо. Ну, уже сами судите, пробуйте, экспериментируйте. А с вами был Алекс, канал Just Best Games. Очень рад, что вы посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А я вам говорю всем пока и счастливо.